С этого года штрафы за нарушение правил дорожного движения начали поступать в дорожный фонд Чувашии. Напомним, до этого деньги шли просто в бюджет региона. Таким образом, в прошлом году республиканская казна пополнилась на 473 миллиона рублей. Выписан 1 миллион штрафов. 80% из них зафиксировали камеры фото- и видеонаблюдения. Основные нарушения – превышение скорости и проезд перекрестков. Всего в республике установлено 200 стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации. Передвижные комплексы мы используем на аварийных участках, на федеральной трассе, на республиканских дорогах, где сегодня очаги аварийности создают проблемы во всем направлении движения. Это в основном скоростные участки, где водители выезжают на полосы встречного движения и населенных пунктах перед пешеходными переходами и перед образовательным учреждением, где, значит, дети сегодня переходят у нас в школу. Также мы используем, значит, стационарные комплексы, которые сегодня стоят на федеральной трассе. Это перед населенными пунктами, на аварийных участках. В этом году на дорогах республики установят новые комплексы. Только в Чебоксарах их появится 9.